Volvo разработала концепцию сочлененного самосвала еще в 60-х годах прошлого века и продолжает удерживать позиции мирового лидера в их создании. На проходивших днях Volvo в Москве блок-дальнобойщик не смог пройти мимо уникальной дорожной машины. Тем более, что краткий обзор для наших зрителей согласился сделать ведущий грузовой журналист издательского дома «За рулем» Николай Мордовцев. Очень интересная техника. Это даже не автомобиль. Это что-то среднее между трактором и автомобилем. Из-за особенностей машин, то, что у них очень большая проходимость, очень высокая проходимость. Это связано с тем, что колеса практически человеческий рост. Кроме того, естественно, на всех мостах установлены блокировки дифференциалов, стоит гидромеханическая коробка, которая не прерывает передачу крутящего момента от двигателя колесам. Кроме того, в отличие от обычного полноприводного самосвала, классической компоновки, так скажем, 6х6, у этого автомобиля колеса передние, они не поворачивают. То есть рама сделана разборная, она как бы из двух частей состоит. И относительно угла поворота, смонтированная эта рама, фактически это как кардан, как вилка кардана. Практически на этих машинах нет подвески. Во многом функции подвески выполняют шины с высоким профилем. Это и есть узел сочленения. Именно благодаря этому узлу происходит поворот этого автомобиля, этого трактора. Причем тут и проходит кардан для привода тележек задних постов. Эти автомобили сделаны с обычными автомобильными двигателями. То есть тот же двигатель, который стоит на Volvo FH, на Volvo FMX. То есть практически с обслуживанием, с ремонтом этих моторов нет никаких проблем. Площадь проходимости этого самосвала — огромные колеса, практически в рост человека. При этом ширина огромная. То есть эта машина сопоставима по проходимости с гусеничным трактором. При этом гораздо экономичнее. У них огромная ширина, габаритная ширина. То есть это необычный автомобиль, у которого ширина 2550 мм. Ширина этого самосвала 3200 мм. То есть машина не предназначена для эксплуатации на дорогах общего пользования. Краткие характеристики самосвала Volvo A35R. Максимальная скорость 57 км в час. Масса 29 тонн. Грузоподъемность 33,5 тонны. Объем кузова 21 кубический метр. Установлен шестицилиндровый дизельный двигатель Volvo D13 объемом 13 литров и мощностью 329 кВт с максимальным крутящим моментом 2360 Нм. Трансмиссия Volvo полностью автоматическая. Гидротрансформатор со встроенной функцией блокировки. 9 передних передач, 3 задних. Коробка отбора мощности с прямой передачей и 100% продольной блокировкой. Мосты Volvo. А проходимость еще, из-за чего ее очень большая? Потому что рама А-образная. Если мы обратим внимание, она сделана буковкой А. За счет этого машина просто плывет по бездорожью и тем самым никакого сопротивления не создает.